Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Здравствуйте, режим задания 503. Нам нужно вычислить. И пункт 1. Пункт А, то есть 1 шестая плюс 2 третьих. И эта сумма еще умножается на 3. Чтобы сложить дроби с разным знаменателем, их нужно привести к общему знаменателю. 2 третьих можно привести к знаменателю 6. Для этого нужно дополнительный множитель домножить на 2. Числитель тоже на 2 умножается. То есть получаем 4 шестых. Все это нужно умножить на 3. Складываем дроби с одинаковым знаменателем. Складываем числители. Получается 5. Знаменатель оставляем без изменений. И теперь числитель умножаем на 3. Знаменатель 6 остается. Получаем 15 шестых. Теперь нужно выделить целую часть. 15 шестых дробь неправильная. Ближайшее число к 15, которое делится на 6, это 12. 12 на 6 будет 2. 2 целых получаем. И разница между 15 и 12 это 3. То есть получаем еще 3 шестых. 3 шестых дробь сократимая. Сокращается у нас 3. Здесь 1, здесь 2. То есть получаем в итоге 2 целых и 1 вторую. Пункт Б. 17 тридцатых. Минус 2 пятнадцатых. И все это нужно разделить на 13. 2 пятнадцатых можно привести к знаменателю 30. Для этого нужно дробь домножить на 2. Получаем 17 тридцатых без изменений. Минус 2 на 2 – 4. То есть 4 тридцатых. И все это делим на 13. Из числителя вычитаем числитель. Получается 13. Знаменатель остается 30. Делим на 13. Знаменатель 13, то есть числитель 13 делится на 13. Поэтому делим. Знаменатель 30. 13 на 13 – 1. То есть получаем ответ 1 тридцатую. Пункт В. 1 восьмая плюс 3 четвертых. И все это разделить на 5. 3 четвертых приведем к знаменателю 8. На 2 домножим. Получаем 1 восьмую плюс 6 восьмых. И все это делим на 5. Или 7 восьмых делим на 5. 7 на 5 не делится, поэтому 7 остается без изменений. И 8 умножается на 5. В итоге получаем 7 сороковых. Пункт Г. 4 третьих плюс 1 девятая. Умножить на 4. 4 третьих можно привести к знаменателю 9, для этого на 3 домножаем. Получаем 12 девятых плюс 1 девятая. И все это умножить на 4. 12 плюс 1 будет 13, 13 девятых умножаем на 4. 13 умножаем на 4, знаменатель оставляем 9. 13 умножить на 4 будет 52, 52 девятых. Нужно выделить целую часть. Разделим 52 на 9 с остатком. Берем по 5. 5 на 9 – 45. Вычитаем, получается 7. То есть получаем 5 целых и 7 в остатке. 7 девятых. Пункт Д. 1 вторая плюс 1 третья. Это все нужно умножить на 2. 1 вторая, 1 третья приводится к знаменателю 6. 1 вторую нужно добавить домножить на 3, 1 третью на 2. Получаем 3 шестых плюс 2 шестых. Все умножаем на 2. 3 плюс 2 будет 5. То есть получаем 5 шестых, домножаем на 2. 5 домножаем на 2. Знаменатель остается 6. Числитель и знаменатель сокращаются на 2. Здесь 1, а здесь 3. То есть получаем 5 третьих. И также нужно выделить целую часть, потому что 5 третьих дробь неправильная. 3 делится на 3 будет 1, а 5 минус 3 будет 2. То есть 2 в остатке, то есть еще 2 третьих. И последний пункт, пункт Е. 1 вторая минус 1 третья умножается на 3. Также домножается на 3 на 2 дроби, как и в пункте D. То есть получаем 3 шестых минус 2 шестых. Все это домножается на 3. 3 минус 2 – 1.
1 шестая умножается на 3. 1 на 3 будет 3 в числитель, 6 в знаменателе. Сокращается дробь на 3, здесь 1, здесь 2. То есть получаем 1 вторую. И выполнили задание 503. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.